Приветствую всех любителей Хёда и не только. Это Земля Викингов, и мы продолжаем. Ну что, господа и дамы, мы готовимся к нападению потихоньку. Апаем воинов. Надо сейчас еще, наверное, кого-нибудь на тренировку поставить, я думаю. И все-таки в планах у меня взять помощь. Взять помощь у соседей. С рынка украли еду. Давайте башню построим. Башни 5 воинов, да? Так, нам еще дом нужен. У меня бездомные. А дом нигде... А, нет, дома строят. И дома строят в больших количествах. Я не помню, зачем это сделал, но значит нужно было. Расселение у меня тут. Так, тут 20 из 20. Нет, этих мы режем. Тоже немножко подрежем, даже немножко. Вот так вот. Нам нужно построить одну башню и еще 5 воинов, да, нанять. Но это хорошо, 5 воинов я сделаю. Башню я тоже поставлю. Вот я не знаю где. Я тут в одну тут ткнул. Надо еще где-то место найти. Вот тут, в принципе, могу поставить одну башню. И надо натренировать 5 воинов, да? У меня на них есть... Я думаю, есть. Лучников. Лучников вообще мало. Лучников не вариант тренировать. Да, надо из молодых ребят. Вот разнорабочий раз. Разнорабочий два. Три. Четыре. И пять. Как раз. И потом, я думаю, можно будет нападать уже на противника. Но опять же, надо заручиться подкреплением. Ой, бездомных-то много. Один какой-то недовольный, грустит. Ничего, погрустит и пройдет. Камень. С камнем еще траблы. Но на камень я вроде отправил людей, да? Если я ничего не путаю, да. На камень я отправил людей. Надо еще, чтобы пива хватало. Дилемма правосудия. Будучи преисполненным идеями, свои безумные идеалы, понятно. Отправлять свое изгнание по счетам. Калека. Не, пусть он в изгнание отправится. Калеки нам не нужны. Что по башне? Потихоньку на башню материалы таскают. Награда мне дадут за это 100 славы. Ну такое, такое. Так, ну что, ребятки тут ставят дома, нет? А, эти восстанавливаются дома. У меня что-то разрушило все, я помню, да. Тут или гроза была, или землетрясение очередное, что-то такое происходило. Работайте. Это что такое? Зима близко. Да понятно, да. Кур пока нормально, тут нормально, тут нормально. Одного человека не хватает. Надо добавить, наверное. Башню тоже строят. Давайте, ребята, достраивайте дома уже быстрее. Надо еще дорогу сейчас будет прокинуть туда. Башню тоже почти построили. Башня готова.
Так, дома тут уже почти все отстроены. Один дом остался, это хорошо. У меня 5 очков. А мне надо 6 на тяжелых воинов. 8, не 6, 8. Ужас какой. 8, да. Ребята тут натренировали? Нет, еще нет. Че по пиву? У меня по пиву. Тут 145. Тут 20-ка. И здесь еще 25. И тут 90. Отлично, пива много. Можно отправлять ребят на бег. Сейчас затренируются товарищи. Я думаю, мы пойдем на тот самый город. Балдвинбе, да? Пойдем на Балдвинбе и будем мстить. Тут до сих пор достраивают они. По дереву немного просели, надо дерево подрубить. Вот это вот, все это надо срубить. Что в округе тут растет рядом. Так, зима, господа, у нас зима, вы что делаете? А вы сразу дотаживаете, да? Ну, гениальные люди. Ладно, ничего собрать мы тут уже не успеем, да? Угу. Окей. Урожай умрет, но ничего. Зиму никто не отменял. Так или иначе. Потребности героев. Один герой требует слишком многого. Давай мы только заплатим серебро. А то он слишком наглый. Предатель, убить его. Предатели у нас долго не живут. С предателями у нас разговор короткий. Так, что у нас тут по рыбакам? 3, 2, да. Давай ты. 2, 2, 2. 2. Все нормально. Да, кстати, к нам так и не пришел. Я не знаю, каким образом они приходят, герои. В этой игре это очень странно реализовано. То есть мне один герой пришел, и все. На протяжении всей игры не было героя. Я думал, потому что нет дома конунга. Поставил дом конунга, до сих пор никого нет. Как они приходят? Что на это влияет? От чего это зависит? Не знаю. На уголь надо людей поставить. Таких не очень сильных, потому что сильных я лучше воинов переделаю. Так, у нас зима пришла. Я никакой урожай собрать не могу, да? Мало ли там что. Нет, не могу. Вот тут что-то собирается. Ну окей, что-то успеет он, наверное, собрать. Так, тут животинки. Тут всех подрезали. Ждем, пока ребята обучатся. И переходим в наступление. Так, ребята обучились. А погоди, а сколько у меня дракаров-то? Переходим в наступление. У меня 1, 2, 3, 4. Мне надо еще 2 дракара поставить. Или я уже их поставил? Ни хрена не поставил. Лумис, ну ты тоже. Переходим в наступление. Погоди, или поставил? А, поставил. Это торговая пристань, я не посмотрел. Все нормально, Лумис, спокойно. Так, что по еде? Что у нас из еды самого, в самом большем количестве? Хлеба много, мяса много,
рыбы чуть-чуть, как обычно, да? Угля прилично, блин, мы наконец-то начали жить по-человечески. Одежды зимней маловато, правда. И по поводу игры, по поводу добычи ресурсов, да, по поводу всего этого дела. У меня всего один травник стоит. Один травник с начала игры. Вы посмотрите, сколько у меня трав. Тут или люди вообще не болеют, или он один обеспечивал как и 5 человек, так и 279. Вот он. И травник, кстати, никогда не умирает. Или он на автозамену на нем стоит. Я никогда не менял травника. То есть он собирает с самого начала. Это к тому, что к балансу игры. Очень все криво и очень все плохо. У игры неплохой потенциал. На самом деле неплохой. Ее бы до ума довести. Было бы великолепно. Игра про викингов. Это же стратегия, тем более такая градостроительная. Это же отличная тема. Это отличный вариант. Но игра очень посредственная, к сожалению. Очень. В ней очень много всяких огрехов и косяков. И это, к сожалению, портит всю картину. Ну ладно. О грустном как-нибудь потом. Погнали. Нам надо... Берем Бьорна. Выбираем... Вот это дело. Еще возьмем с собой этих помощников. Союзников возьмем. Не знаю, главное, чтобы мне пива хватило. Бля, у меня пива не хватит, да? У меня, наверное, не хватит пива. Это сколько получается? 10, 20, 30. Да, у меня пива не хватит, твою мать. 40. Десять, двадцать, тридцать, сорок, 48. Сумасшедший дом, у меня пива не хватает. Мне нужно как минимум 60. То есть секунду. А почему всего 8 из 10? У меня раз не 70? Сколько у меня воинов? У меня 42 человека? Серьезно? 73 это общая моя оборона, что ли? Со всеми вместе? А я-то думал, у меня до хрена воинов. У меня 42 воина, никуда мы не нападаем, господа. У меня всего 42 воина. Я тоже губу раскатил. Так, ладно, а если мы возьмем еще... союзников, допустим. Мы делаем вот так, да? Берем тебя. 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 То есть мне надо еще обучать воинов. Тебя. Сорок восемь воинов, да? Ну, воинов, в принципе, еще немножко нужно обучить. Вот с пивом проблема. Надо до весны дождаться, до сезона. Допустим, так. 48. Ладно, убираем. Мне не хватает пива. Вот так. А, еды. Я еду не выбрал, да? Почему не могу в набег отправиться? Что на этот раз не так? А, дракар один. А, тут 3 человека. Ладно. Смотрим, у нас 10, 20, 30, 40. Допустим, набег. Там где-то 60. Нам нужно около 70. Наши союзники нам...
7,2. 8,6. Допустим, берем вот этих. Это будет 48. А, я могу еще кого-то приглашать. Мне добыча не нужна, мне нужна месть. Мне нужна месть, только месть. Слава необходима. А слава это в общем необходимо, или это я должен столько буду отдать? Ну, допустим, берем Вингулс Марков, да? Берем еще тогда кого сильных. Вот этих. Нидарос. Или Нидарос, неважно. Я могу троих пригласить, три клана еще. 55. И еще Вестфолдов. 62. В принципе, если сейчас до весны дождаться, наварить пиво немного, сделать фулл комплект своих, у меня хватит. Надо тренировать ребят тогда срочно. Так, кто у нас еще молодой есть? А молодые все, молодые кончились. Еще три, да? Давай еще три. Но пока зиму стоим. Ждем тогда. Там, глядишь, ребята, которые союзники тяжелых воинов подтянут, могут. У меня-то тяжелых воинов нет, я на них коплю, но это очень медленно. Что по броне? Тяжелая броня 5, тяжелая броня 9. Что мне нужно для тренировки? А, я не понял. А, все, я понял. Для тяжелых воинов там нужно вроде еще оружие, но оружие у меня есть. 5 оружия, 31, да, оружие есть, с оружием проблем нет. Нужно пиво. Но сейчас будет весна. Ну как сейчас? Когда будет весна, когда пойдут посадки, да? С пивом там проблем особо не должно быть. Потому что у нас много полей, ячменя. Три пивоварни. Я думаю, там все будет как надо. Плюс население растет гигантскими цифрами, потому что я домов понаставил. Кто-то мерзнет, да? Ну ничего страшного, помёрзнет и перестанет. Бездомные появились, серьезно? Серьезно. Так, а тут дорогу, да, не проложил? Так, дома. Надо, в принципе, уже дома получше ставить. Наверное. Хотя это дорого. Это очень дорого. Это очень много камня у меня уйдет. Тесаного кирпича, да? 70 или тут 90. И дома эти занимают столько места. Это просто кошмар. Тут надо все рубить. Они, конечно, выглядят очень красиво. Тут не поспоришь, но... Хотя по месту столько же. Я бы, честно говоря, для каменщиков тут домов поставил, чтобы они далеко не ходили от дома на работу. Может, тут лачуг для каменщиков парочку ткнем. Здесь можно поставить, просто мне больше некуда дома уже ставить. У меня все забито. Вблизи, я имею в виду. А у нас тут ворота, да? Да. Ворота, дорогу я тут не прокинул. Вот так вот. Дом Конунга тут. Могу еще тут ткнуть вторую? Не, не могу. Если только здесь, да, как-нибудь. Но это прям впритык-впритык. Тут
не вариант. Тут могу еще что-нибудь придумать по домам, да. Ладно, пускай строят это. Кур надо подрезать немножко. Тогда что? Тогда ждем. У нас, в принципе, выбора никакого нет больше. Надо ждать весны. А с весной надо ждать производства пива. Так, тут опять фул, да? Тут тоже уже фул почти, блин. Я уже расширять даже не могу. Это даст какое-то расширение? Ну и все, да. А я вроде еще один склад тут где-то ставил, не? От безысходности. Пускай на другие склады таскают. А другие тоже уже почти забиты. У нас там по охотничьим хижинам это собиратель, но это не важно, сейчас у нас зима. Охотник минус, на что-нибудь усредненное взять. Нормально. Так, построили, да, дома не построили. Можно сразу дорогу тут прокинуть. Так, как-нибудь. И давайте, наверное, факел поставим. А то начнет жаловаться, что темно. Для обороны. Пускай врагов отпугивает. Так, никто не проходит подготовку. Посмотрим, что там нам нужно на этих. Мы все-таки до них, я думаю, сейчас доберемся. Серебра много надо. У меня мало серебра. Мне надо торговый караван отправить на продажу. Поскольку набегов пока нет, надо серебро подзаработать. Давай, наверное. Мне надо сильных ребят туда, да, дернуть. Надо только не очень сильных туда дергать. Так, сколько это? 4. А надо 6, да? Еда. Хлеб. Что будем продавать? Будем продавать железо. Или ткань. Будем продавать ткань. Блин, ткань очень дорогая. Будем продавать ткань. Нам серебро сейчас понадобится на ребят. На 920 монет ткани.
Ивы еще немного подожрут. Это, конечно, печально. Ну ладно, пиво мы делаем. Еще немного трав. Давай. Пускай отплывают. Мы, конечно, серебро получаем с рынков, но это копейки. Можно поставить еще рынок или добавить еще людей сюда, конечно, да. Но все равно сейчас зима, пока сидим, ждем. Отправим лучше торговое судно. Давно, тем более, никого. Плавание у нас, никто не уходил. Так, дерево подрубили, а по дереву все равно как-то скудненько, честно говоря. А бездомные все еще есть. Предатель, убить предателя. Блин, я думал, предатель бездомный. Сейчас бы одним махом убили и предателя, и избавились от бездомного, но нет. К сожалению, предатель не бездомный, а бездомный не предатель. Ну давайте тут ставить. Я все равно тут ничего больше не поставлю. Так, торговец приплыл. А что она предлагает? Инструменты, ткань. Но я ничего покупать не буду, мне сейчас серебро нужно. Извини, торговец, можешь уплывать обратно. Склады переполнены, нужен еще один склад. Так, а я тут разве не ставил подрезать живку? Вроде нет. Так, торговый наш уплыл. Да, это торговец стоит. Окей. Тут переполнены, да? Хотя тут до переполнения. А в чем причина? А, ну почти заполнен. Тут, правда, до фула еще прилично. Можно понатыкать всякого разного. Тех же ящиков. И не парится особо. Надо будет сейчас дорогу тут тоже скинуть. Так, есть. Мы накопили, ура. Мы накопили. Тяжелые войны. Тут что у нас? Открывает новая ячейка миссии. Новая ячейка миссии. Одно нам дает берсеркеров, другое дает нам воительниц. Так, а это что значит? Это значит, надо нанимать тяжелых воинов. Есть у меня люди на это дело? А тут нужны быстрые и...
сильные. В принципе, разница в показателях здесь минимальная. 0,2. Но разница в силе 0,6, что гораздо больше. То есть тут будет 2, если 2, а тут будет 3,2. Вот такая вот тяжелая высшая математика, господа и дамы. Успевайте, как говорится, следить за руками. Но у меня нет людей вообще у меня. Странно, почему у меня нет? У меня быстрых, что ли, нет? У меня же до хрена народу, который попадает по силе под критерии. Разве нет? Вот, допустим, назначаем пастуха. Сильных много. Ну да, у меня нет, которые и сильные, и быстрые. Вот это проблема проблем. Таких еще иди поищи. Ну ничего, будем тренировать перед набегом. Когда весна наступит, засадим поля. Тогда будем тренировать тяжелых воинов. Чтобы сразу, так сказать, в путь. Даже старых будем тренировать. Он все равно какое-то время еще поживет. Как бы это ни звучало эгоистично, но... Они нам нужны именно для того, чтобы воевать. И, возможно... Так, ну тут, ладно, я тут пока никого не добавляю, потому что у нас железа очень много. Тут, в принципе, тоже можно не добавлять. Угля тоже до хрена. Но я и домов больше стал ставить, да? Тент был обнаружен. Это наши торговцы открывают там новые земли. Так, тут тоже куры расплодились. Блин, куры плодятся просто как эти, как мухи. Половину зимы мы уже пересидели, скоро весна. Там у нас бездомный, что ли, нарисовался, да? И не один. Угу. Так, ну давайте, наверное, тут расстраивать еще дома, я думаю. Поля, если я буду ставить, я так подумал, этот охват вот здесь. Я здесь еще хотел поле ткнуть. Но у меня столько крестьян нет. Давайте тогда тут продолжать. А там все-таки под поле, наверное, оставлю я место. Ставьте лачугу здесь. Что там с крестьянами? 12. Парочка уже померла. Надо будет к... Ой, надо будет... К весне добавить еще человек 5 хотя бы. Да, бездомных-то много стало. У нас почти 300 человек. И склады переполнены. Надо еще один склад ставить, ребята, выбора нет. Нужен еще один склад. И нам надо, наверное, торговые миссии чаще отправлять. Потому что тупо они не справляются. Работаем, работаем. Так, торговец сдал по тапкам. Так, а сколько у нас дает... Воительница дает 2, а берсерк дает 2,5. Но в воительнице нужны исключительно женщины, ну что логично, а в берсерке исключительно мужчины. Но берсерк, было бы, конечно, выгоднее берсерков ставить.
мужиков вроде полно. Но до берсерков, ё-моё, до берсерков как до луны. То есть это надо открыть вот это за 2, еще тут, наверное, 8, итого 10. То есть до берсерков не факт, что мы успеем. Что там с новым складом? Потихоньку строят. Лачуга одна, мне кажется, ее не хватит. Тут слишком много бездомных. Нам нужна будет еще одна. Скорее всего. Население растет в геометрической прогрессии. Уже 305 человек. Да, бездомные еще остались. Парочка. Так, склад, камни. Камни еще надо. И по дереву опять. Как только начинаю строить, сразу по дереву проседаю. Тогда давайте все дерево вот это рубить. Опять же. Пускай новое потом растет. Да, я думаю, можно... Вот так вот сделать тогда, чтобы склад меньше заполнялся, я туда лучше переставлю людей. Так, вернулся. Наторговали даже больше, чем я хотел. Отлично. Это великолепно. Улад был обнаружен. И сразу 2 очка мы залутали. Давайте выходим в берсерков. Двенадцать нужно. Ё-моё. Я думал 8, я думал 10, 12. Окей. На этих, наверное, тоже 12, на воительниц. Ну ладно, может и накопим, я не знаю. Очки, конечно, медленно идут, но еще побыстрее стали. А побыстрее они почему стали? Потому что активно население растет. Я же взял баф, да? И я начал сейчас строить дома. Но это уже под конец игры. А до этого как их копить? Все равно это медленно. Кто тут нужен? Быстрый? Надо быстрого, но не сильного. Вот тебя давай. Потому что мне нужны воины будут. Давай тебя. Вот так вот. Скоро еще весна. Надо ставить этих крестьян работать. Давайте дом, чего вы не достроите его никак. Я понимаю, что ресурсы далеко таскать, но у вас 15 строителей и 63 разнорабочих. Серьезно, ребят? По поводу, кстати, разнорабочих. Надо, наверное, все-таки ставить на тренировку уже этих. Воинов. У нас тут люди приплыли. Блин, а воинов все равно мало. Раз, два, три, четыре.
Надо всех ставить, короче, у меня выбора нет. И старых, и молодых. 4. Шлифовщик, пастух. 2 пастуха и шлифовщик. Давай. 4 дня это будет. А, они еще и дольше тренируются. Давай. 2 пастуха и шлифовщик, да? Вот тут все померли. Шлифовщик. У нас по одному шлифовщику. В принципе, камень я не трачу. Пускай так и будет пока. Есть хочу. А в чем проблема-то? Иди поешь, твою мать. Еды 7 сотен. Люди плохим настроением, потому что они хотят есть. Чем вы вы кто такие вообще? Вы чем занимаетесь? Они разнорабочие, что ли? Ну, так идите поешьте. А это воины мои, да? Это войны, так иди поешь, в чем проблема твоя, братан? Только и жалуются, ну настроение портится, потому что они есть хотят. Ситуация с бездомными не улучшается, потому что мы дома 20 лет строим. Пока строишь дом, еще куча бездомных появляется. Давай рядом с тренировочной зоной дом. Я не знаю, почему они не едят. Если они начнут умирать от голода, я просто взбешусь. И причем это воины именно, да? Да, это именно воины. Как будто еды нету. Смотрите, они уже в броне, в шлемах. У них другие модельки, интересно. Так, тут склад еще не забился, новый. Нет. Но я думаю, это быстро. Так, у нас весна наступила, господа. Это значит, надо ставить работников новых. Я думаю, нам надо хотя бы до двадцатки их догнать. Уже не смотрю, кого ставлю по другим показателям. Главное, чтобы силы было где-то полторашка. И то 20, я считаю, это маловато, честно говоря. Лучше бы, конечно, больше. Все, они пошли уже на посев. Да, они уже на посев пошли. 20 человек. Ну давайте, ребята, я на вас рассчитываю. До сих пор хотят есть. Я не знаю, что мне с этим делать, с этими тупыми созданиями, которые с голоду ходят, умирают. Когда тут еда на каждом шагу бегает, в прямом смысле слова. Потребности героев. Он все больше и больше хочет. Только серебром. Пусть валит, если ему что-то не нравится, урод.
Весна пришла, да. Так, тут собиратели нужны. А, секунду. Я про травы говорил вам, я был неправ, ребятки. Я говорил, что много трав, одна травница, она не собирает травы, она только лечит. Травы собирают собиратели, а собирателей у меня много. Все. Тогда сорян, да, мой тут косяк, я немножко наехал, не разобравшись. Так, дом построили, но я думаю, этого мало будет, да? Или пока хватит? Уже 315. Я только один строю дом, а они прям размножаются на входе в дом, я думаю. У двери. Так, вот это все надо рубить. Так, тут посадки идут, тут нет. Ну и 20, 20 крестьян я поставил. Надеюсь, они справятся. Мне пиво нужно сейчас. Для набегов. Тут максимум уже. Тут тоже почти максимум. Я могу отсюда одного убрать, товарища, тогда. Ну, кто-то голодный все еще ходит. Ну, идите нахрен, идиоты. Я не знаю, что с вами делать. С коровами пока все норм. Тут вот надо подрезать живку. И поставить работничка. Но если что, можем делать и легких воинов, потому что у нас на тяжелых, к сожалению, нету людей с показателями и скорости, и силы. Это печально, честно говоря. Триста двадцать пять человек, господи, откуда они берутся? С рынка украли еду. Не, ну тут надо натренировать воинов. Нет, тогда. Давайте просто серебром попробуем группу собрать и поискать. У меня еще опять бездомные появятся. Или это они детей рожают? То есть дети, но потом-то дети выйдут в мир, так сказать. Надо больше работников. Я еще парочку прибавлю. Вот так вот, еще троих. Склад потихоньку заполняется. А что у нас тут в рунах интересного? Наличь на весла. Наши военные корабли смогут доплыть до атакуемого поселения. Всего за сутки, ни хрена себе. Но там нужен полтинник рыбы. Решительные действия, надо много пива. Неплохие бафы, но довольно дорогие. Дорогие вот по вот этому вот делу, по
Очкам древа, да? Если бы они стоили подешевле, я бы что-нибудь взял. Но, к сожалению, у меня на все это нет. Вот это я бы взял, тихие шаги, чтобы нападать было гораздо легче. Но я очки и так шкребу потихоньку на воинов, на грейд, на прокачку, и я не могу себе позволить еще на руны растрачиваться, к сожалению. Это для меня сейчас неподъемное удовольствие. Так, тут еще деревья, что-то никто не рубит. Рубим, рубим, ребята, рубим. Дерево как вода уходит. Торговец приплыл. Привет, торговец. Что скажешь? У тебя железные инструменты, шерсть. Инструменты можешь у него купить. Я продал, а нанимать пока воинов не могу. У меня, как выяснилось, никого не хватает. Давай у него инструменты, наверное, купим все. Инструменты не повышают. Опять бездомные. 329 человек. Кошмар. Надо за едой следить. По идее, сейчас можем сильно просесть. Хотя весна. Сейчас будут посадки. Сейчас будет собирательство ягод. Так что, я думаю, нормально. Сейчас вывезем. Тут надо дорогу прокинуть. Пока пусть бездомными побегают. А, у нас новый торговец, что ли, приплыл? Да, новый торговец приплыл. Он только что один отплыл, новый приплыл. Давай тоже инструменты купим. Так, что там по пиву? Отлично. Ячмень. А погоди, у меня есть? А, мы все это время делали пиво, серьезно? У меня были запасы ячменя, ё-моё. Ну как, где-то были, где-то не было, да? Мы делали все это время пиво. Ну-ка посмотрим. Да, мы все это время делали пиво, это хорошо. И вот все, что у меня есть пока из людей. Это сколько? 47 получается, да? 7, 17, 27, 37, 47 воинов. Плюс еще я добавлю тяжелых. Нормально. Сейчас еще тяжелые потренятся. Я хочу посмотреть, они столько же пива запрашивают или не столько же? Хороший вопрос. Что по тяжелой броне? 3, 35. Хорошо. Можно не переживать, что тяжелой брони не хватит. Герой погиб. Великолепно.
Теперь у нас нет героев, это печаль на самом деле. Хотя этот герой не давал баф на воинов, он давал баф на поселение. То есть люди были более счастливы. Теперь они менее счастливы, прям гораздо менее счастливы. Было 85, теперь 74. Ну ничего. Я думаю... Так, у нас 78. Давайте глянем. Допустим, набег. Да, конунга нет, к сожалению. Самый именитый воин. Может, они становятся... А, он, наверное, становится конунгом. Может, они ко мне не приходили, потому что... Тут они не приходят. Может, это мой воин какой-то стал знаменитым. Может, и так, кстати. Я об этом что-то не подумал. Вот автоназначение команды тоже работает через жопу, похоже, да? Потому что я хочу, допустим, туда сильных ребят поставить. Как мне выбрать? Именно тяжелых воинов. Где они? А хер их знает, да? Вот тут кого-то из тяжелых поставили. Тоже идиотизм. Но я же их поименно не знаю, блядь. Мне как выцеплять сейчас придется. То есть у меня только один воин, да, там есть. Значит, мы одну убираем, женщину здесь, допустим. Этого тоже убираем. И сюда его ставим. А тут мы дракар один убираем, он пустой. Итого у меня получается сколько? 10, 26, 36, 46. 41 и 6, 42 и 4. Тоже маловато, конечно. 42 и 4, да, но пива хватает. Могу я еще натренировать серьезных ребят? Нет, не могу. Одного могу. Здорово. Тогда не варик, тогда надо слабых брать. А у меня еще есть место на дракаре, да. Блин, конечно, печально, что-то я... Надо было в воительниц идти. А хотя я воительниц никак не выйду. Я через этих иду, да. У меня вот этого соотношения идиотского нет, печаль. Они сильные, но медленные. А мне нужны... Среднесильные и достаточно проворные ребятки. Давайте обычных тогда тренить. Мне надо... В следующей серии будем нападать. И, наверное, она будет финальной. Я думаю. Надо 8 человек отправить туда, на тренировку. Еще одного фермера и одного пастуха. Фермер 22, а пастух откуда улетел? Отсюда, да? Тогда так. Люди недовольны и чем-то там ходят. Надо еще один дом ставить. Я долго мурыжил бездомных. Доставить еще один дом. Мы получили вести от разведчиков. Корабли через 2 дня. Твою мать. Твою мать, ну как не вовремя? Через 2 дня, ребята. Ладно, ждем нападения тогда. Я хотел уже заканчивать, но похоже ждем нападения. Надо больше башен, наверное, поставить. Или вот это вот для обороны. Всякого дерьма понатыкать.
Я пытаюсь их как-то куда-то присобачить, эти щиты, но они не собачатся, они только на пол ставятся. Что выглядит просто нелепо. Там на дома их повесить, допустим, не могу. Тут у меня мишени есть, тренировочные манекены есть, стойки есть. Я не знаю, что еще можно поставить. Еще вот тут вот немного манекенов, давай, наверное, тогда для вида. Ну, это единичку мне дало, кстати. Я не знаю, сколько башни дает. Давайте я еще одну башню забабахаю. Посмотрим заодно, сколько она даст. У меня место под башню все равно есть. Вот сюда прям ткну. Пять очков тем временем я уже набрал. Опять же, потому что население растет со скоростью света. Герой хочет... А, не, герой хочет присоединиться к поселению. Странно. Один только герой может быть. Это очень странно. Давай. И кто это? Предатель, убить предателя. Кто этот герой? Кто ты, воин? Я уж не помню, где у меня дом. Для конунга я его где-то ставил. Давно я его еще ставил. Вот сюда, после Бьорн Айронхенд. Еще один Бьорн Айронхенд. Повышает защиту поселения на 11%. Ё-моё, как ты вовремя, братан, 88. Это еще один Бьорн Железная Рука. Предыдущего также звали. Это он очень вовремя, конечно, к нам решил присоединиться. Еще 11%, и у нас до 88 подскочила защита. Пускай нападают, ублюдки. Мы будем дефаться. Так, башню почти построили. 87. Хочу посмотреть, сколько она нам даст. Может, выгоднее все просто понаставить везде манекенов, щитов понабросать. И это даст нам большую защиту поселения. Или лучше башни строить. Она дала единичку? Серьезно? Так мне проще 4 манекена поставить. Ту же единичку получу. Допустим, я вот тут могу. Допустим, сделать вот так вот. Учебных манекенов тут понатыкать. Ну, потому что это как бы тренировочный лагерь, да? Что мне мешает, в принципе? Сколько мне надо? 5 манекенов? Ну, это, правда, много, конечно, да. Я ничего не прибавилось. А, не, единица. Вот за 5 манекенов мне дали единицу. Я могу башню подставить. В принципе, если серебро есть, можно тупо спамить. Это будет не очень красиво выглядеть. Погоди, а что по щитам? Давайте хоть посмотрим, как это выглядит, если я просто щиты вот. Они просто будут на полу валяться, серьезно? Да, он просто как-то на полу лежит. Я его даже поднять никак не могу. Только выровнять и все. И повернуть. Какое убожество. Дом достроили, да? Да.
Ладно, ждем нападения, отбиваемся и заканчиваем на сегодня. А в следующей серии, я думаю, будем уже нападать в ответку, если, конечно, сейчас нас не сильно придушат. Посмотрим там, как пойдет. И надеюсь, мои ребятки успеют дотренироваться. Опять же, поднимем всех, и крестьян, раздадим вилы, пускай защищаются, чтобы легче отбиться можно было от противника. Так, есть. Подготовку прошли. Тяжелые воины есть. Тяжелых воинов нет. Это печально. Надо, короче, выходить в следующих кого-то. Или в воительниц, или в берсерков. Но лучше берсерков. У нас мужчин вроде как больше, чем женщин. А вот и враг. Дюжина кораблей и воинов собираются. Готовятся к обороне. Нихера себе толпа. А чё так много? А где мои тяжелые воины? А вот мои тяжелые воины. А у них кто такие? А это кто тогда? Это берсерки, что ли? Их что-то очень много. Прям очень-очень много. У них лучников прилично. Я могу отправить войско в набег. 78%. Силы у них больше. И вот интересно, у них больше народу, больше силы. Ну а где мои показатели обороны-то? Я не понимаю, почему у меня только вот этот показатель? У меня 90 должно быть. Я зря, что ли, эту долбанную хрень выстраивал, защиту? Или это дает проценты дополнительные? Ничего ж не объясняется. Можно, конечно, подождать, пока они подойдут. Давайте подождем натиска врага лучше. Тут шанс, я могу умереть. Сорок процентов, у меня столько башен. Блин, я чувствую, я зря оборону прожимаю. Надо было нападать. Так. Со всеми жителями, вот. Все берем вилы в руки и защищаемся. Вот теперь у меня 91. Но не 98, тем не менее. Запугать. Напасть и отступить. Давай, 86%. Успех. Один воин ранен, и два воина попали в Вальгаллу. Но мы их прорядили. Сдается и напасть. Стены щитов.
Я, наверное, стены щитов. Хотя у них лучников прилично. Давай лучше затаимся и нападем. Но очень маленькие шансы. 78% это вообще мизер здесь. Так, мы справились. Одного легкого воина убили. Крестьянин пострадал, лучник. Нормально, нормально. Мы их оттесняем. Они у нас немножко подворовали. Давай выстрелиться в стены щитов. 82%. Варварам не удалось пробить стены щитов. Не теряйте бдительность и защищайте поселение. Долбаные ублюдки. Давайте ограбить вражеских воинов. В прошлый раз мы корабли задушили, теперь воинов. Надо было, наверное, корабли брать, потому что что-то мало мы забрали. Да, они у нас часть своровали, похоже, суки. Немного наших ребят полегло. Славы нам вообще не дали ни хрена. К слову так, на всякий случай напоминаю. Хотя, казалось бы, я вроде защитился, задефался. Просто красавчик, но меня провернули на одном месте, вы знаете на каком, да, и сказали, иди гуляй. Ты нам тут не нужен. Так что такие дела. Ладно, господа, давайте на сегодня... Бля, у меня еще и пожары сейчас будут. Вот, вот тоже тупорылая игра. Извините, у меня жопа горит. Я отбился идеально. Они даже не за стены не прошли. У меня дома горят. Причем целая куча домов. О, господи, ну хорошо, что хоть это только лачуги. Надо сейчас весь лес тут рубить, потому что мы по лесу идем просто в ноль. Нет, еще охотничья изба сгорела. Люди больные. Ну идите лечитесь, больные люди. Что я вам могу сказать? Все, лачуги и одна изба. А, вот еще одна лачуга. Куча лачуг сгорела. Надо сейчас много строителей ставить. Ладно, давайте на сегодня заканчивать на этой ноте. 331 человек у нас. Народу дохренища просто. Очки вроде быстрее стали копиться, потому что население активно росло. Но сейчас я немножко притормозил с ростом. И очки, соответственно, притормозились. Выучили тяжелых воинов, но печаль. Нам не хватает на них показателей. Вообще, я к этому был не готов, честно говоря. Думал, сейчас начну клепать. Ни хрена не могу клепать, потому что не хватает показателей. Нам на обычных-то не особо хватает. На тяжелых подавно. Поэтому напасть не смогли. Планирую напасть в следующей серии на Балдвинби. И на этом, наверное, заканчивать прохождение. То есть основную цель мы выполним. Отомстим тем, кто нас изгнал. Ну, там видно будет. Я планировал в этой серии напасть, но... Игра внесла свои коррективы, да, у меня не хватало пива, потом у меня не хватало воинов, потом туда-сюда, потом на нас напали. Но, тем не менее, поселение растет, мощь растет, и мы развиваемся. Стургия снова станет великой, как говорится. На этом давайте на сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, пишите комментарии.
Не знаю, по поводу по советам, но пишите советы, если есть какие-то еще умные мысли, как-то что-то дополнить, как там героев привлекать, может, на свою сторону новых, я не знаю. Один пришел, жил-жил, умер, да, от старости, скорее всего. На его место пришел другой. То есть, а еще одного нету. У меня есть один дом Конунга, где-то тут второй, я его так и не нашел. Где-то он у меня тут запрятан. Я не помню, где его ставил. А может, у меня дома Конунга нет? Хотя нет, у меня что-то жил, а этот пустовал. Ну, короче, где-то тут дом Конунга стоит. Не спрашивайте, где, я его где-то ставил. Надо его только найти. А вот дом Конунга. Смотрите, тут живет Бьорн. Дом Конунга, тут живет Бьорн. А тут кто живет? И тут живет Бьорн. А сколько у меня героев-то? Он живет в двух домах одновременно, он совсем охренел. Героев тут не показывается. Ну, просто бомбическое. Четыре этих, хотя у меня один умер. Ладно, не буду разбираться. Тут эта игра полна интересных вещей. Короче, господа, на чем я остановился? Комментарии. Пишите, с удовольствием все почитаю. Ставьте лайки, это привлекает новых героев на канал и продвигает видео. Подписывайтесь на контакт Рутуб, там я кладу все то же самое. Плюс Twitch. Туда идут три стрима с Ютуба. Инфа по стримам выходит в сообщественном Ютубе, в группе ВКонтакте и в Дискорде. В Дискорд залетайте, ссылка в описании. Всех жду. Там вы можете предложить игру на прохождение или стрим, пообщаться с другими зрителями. Также там есть бот, который будет оповещать вас о выходе видео на канал. И в Дискорде появляются оперативно новости по каким-либо изменениям на канале. Ссылочка в описании, всех жду. На этом все. Всем еще раз спасибо. Но самое главное, помните, в пиве сила, в пиве правда. Всем спасибо, всем счастливо.